Всем привет! Сегодня мы празднуем 11 тысяч подписчиков на нашем канале. И у нас мукбанг с Макдональдсом. Зачитаю комментарий. Нахат контент написал: снимите Макдональдс, кто хочет, ставим лайк, пожалуйста. И этот комментарий был 2 раза залайкан, и мы решили снять Макдональдс. Набрал он, да, много лайков. У меня Биг Мак. У меня Биг Тейсти, значит. Картошка по-деревенски у нас здесь, сырный соус и еще картошка вот... Какая-то... Мы ее раньше не пробовали. В сыре, да? А вот Макфлейфер Фрейс по-деревенски, картофельные дольки со специями, с кожурой, приготовим в фритюре со вкусом сыра чеддер. Будем пробовать. Пить я буду вот такую вот Coca-Cola Energy. Я тоже ее еще не пробовал. Недавно, видно, только появилась. Или я, может, внимания не обращал на нее. Тоже не пробовала. А я сок. Сейчас я открою ее так, как в рекламке. Блин, не могу подцепить. Что ты надо мной смеешься? Хотим сказать вам большое спасибо, что вы подписываетесь на нас, пишите комментарии. Нам это очень приятно. Да, спасибо большое за поддержку. У нас на канале сегодня 11150 уже. Не успели мы немного снять ролик. Хочу картошечек попробовать. Вот такой вот у меня большой Биг Тейсти. Я думаю, вот этот вот конвертик я уберу. Также еще положили... Получается набор, вилочку с ножиком. Зачем это положили? Возможно, разрезать. Кушать не буду. Я попробовала картошку по-деревенски. Вкусная. Пишите, кто пробовал, понравилось вам или нет. Уберу я коробку, я думаю, да? Чтобы она не мешала. А здесь еще с картошкой фри написано, что есть бекон. Что я не видела там бекон. Где это? Вот здесь, что бекон есть. Вот, видишь, чуть-чуть живот. Mm-hmm. Она стоит вроде... Немного выпадается. Около 120 рублей, что ли? Мне там кажется, не побольше. Очень ее много, как я подумала. На фотографии как-то это поболее презентабельно смотрелось. Вот с беконом вместе попробуй. Mm-hmm, вот он. Такой прям соленоватый, интересный вкус. Потерялся. Вкус бекона и картошки. Я, кстати, сегодня Косте говорила, что я, конечно, больше люблю KFC, чем Макдональдс. Мне нравится острота в бургерах. Раз нас так просят снять Макдональдс, решили снять Макдональдс. Мы сегодня ели роллы, и мне девочка в Инстаграм написала: вы будете снимать роллы? Нет, мы снимаем Макдональдс. Роллы мы съели без видео. На обед. Как вам Биг Тейсти? Это у меня самый любимый бургер в Маке. Я всегда только его и беру в основном. Ты раньше постоянно его брал. А мне нравится... Я в том видео сказала Биг Кинг, надо мной посмеялись. Биг Мак. Я запомню. Снежана часто путает, да? Биг Кинг — это бургер. Кинг. Двойная котлета. Как там двойная котлета? Что за сыр? С булочкой вари. Вот это вкуснее картошка, чем простая по-деревенски. Да? У нее даже, по-моему, соус как будто другой. Ну да ладно, будем кушать Биг Тейсти, а вот у Биг Тейсти самый вкусный соус. Он сразу, этот бургер, выделяет. Он отличается от всех, да. Карина задает вопрос. Снежана, привет, можно мукбанг с сушами, пожалуйста? Следующий с ними может быть с сушами. Вопросик, сколько лет вы вместе с Костей? Сколько лет мы вместе? Кстати, у нас будет... В июле. Годовщина свадьбы. Годовщина свадьбы уже. 3 года, получается, как мы поженились и вышли быстро замуж. Быстро время, да, летит? Угу. Это будет 14 июля. Июля. А вообще вместе мы уже, получается... 7 лет? 7 лет. 8-й год, наверное, даже идет. Угу. Это будет, получается... В декабре? В декабре 8 лет. 8 лет будет. Как мы знакомы. Это срок. А время пролетело, честно, как миг. И также Карина пишет: поздравляю вас, 11 тысяч подписчиков. Спасибо большое. Она пишет: надеюсь, попаду в видео. Также хотим Карине тебе передать большой привет. Попала в видео. Многие, конечно, просят передать приветы,
Но все мы не можем их передать. Да. Вот которые нам попадаются, так сказать, на глаза. Интересные вопросы. Так что, Карина Андрианова, тебе большой привет. Так. Ну, вы не отчаивайтесь, пишите, а мы в следующем видео. Следующий вопрос задает Света 2028. Не думали ли снять СМР? Что, Коля, думаешь снять СМР? Ну, я думаю, если только... Так пробно. Снежана одна будет. А, почему я? Ну, как я считаю, я не подойду для СМРа. Знаете, у нас... тут вытер. Ой, что там? Я не знаю, что ты даже шею... Испачкала. Испачкала, так вкусно ела. Я думаю, что у нас такой контент, то, что у нас подписывается из мукбангов именно. Я не знаю, будет ли актуально у нас СМР. Ну, микрофон надо еще хороший для СМР. Получше, чем у нас. Конечно, я думаю, один раз попробовать стоит. Угу. Вдруг людям понравится. Не понравится, не понравится, не будем снимать. Если понравится... Хочу вот это вот высыпать, наверное. Я перепутала, мы покупали еще картошку фри, а я подумала, что... Я, получается, я думала, что у нас здесь картошка фри. Я одну картошку фри покупала маме. Я дала другую картошку фри. Ну ладно, будем по-деревенски есть. И еще также был вопрос, будут ли у нас денежные конкурсы на канале. Сначала не хотела затрагивать. Я хотела, наоборот, затрагивать эту тему, а Костя не хотел. Но я все-таки думаю, что об этом нужно сказать. Тогда говори ты. Мы проводили конкурс под видео с лазаньей. На 10 тысяч подписчиков. На 10 тысяч подписчиков. Условиями конкурса было быть подписанными на наш Инстаграм также и указать свой ник. Чтобы мы могли его найти. И проверить, подписаны вы в Инстаграме или нет. Два залайканных комментария не указали свои ники в Инстаграм в самом комментарии. И мы отдали приз девочке, которая уже побеждала. Это была... Так, как же её зовут? Ася. Ася, да. Байрамова, да. Что ли, как-то. Она выиграла второй раз, потому что она выполнила все условия конкурса. Также мы ее смогли найти опять в Инстаграм, просмотрели, подписаны на Костю и на меня, и все, она выиграла, мы отправили ей деньги. И тут началась атака от мужчины, его вроде Виктор зовут, который... Я думаю, этот какой-то мелкий парень. Который начал написывать. И за 500 рублей. И назвать нас мошенниками, когда мы раздаем свои деньги, свои. Честно, так неприятно стало. Он написывал везде. В Инстаграм, ВКонтакте, нет, ВКонтакте не писал. В Ютубе, где он только не написывал. Я думаю, кстати, кто-то видел, потому что он под многими комментариями писал, что мы как будто бы мошенники. Ну, я так посмотрел. Угрозы посыпались. На него даже внимания никто не обращает. Угрозы даже посыпались от него. Что будет хуже, если мы ему деньги не переведем. Я вот не понимаю, что, да, толкает человек на это из-за каких-то 500 рублей жалких. Когда ты сам виноват, ты не выполнил условия конкурса, твоя оплошность, в чем виноваты мы? Получается, он просто написал комментарий, и, возможно, даже его люди лайкали, а потому потом... что там не было ника. Да. Потому что думали, что это просто комментарий. А потом, через какое-то время, когда мы уже выпустили видео, с сняли итогами конкурса, он написал свой ник в комментарии под своим комментарием. И, получается, он это сделал уже, когда в итоге конкурсы были подведены. И еще он сейчас пытается нам что-то доказать. Это... Очень глупо. Еще угрожая нам. Если честно, я вообще на него внимания не обращаю. Я думаю, это какой-то малолетка там сидит и написывает. Потому что взрослый человек и за 500 рублей, я думаю, не стоит так напрягаться. Так что я хотела пояснить эту тему и закрыть ее. Конкурсов пока что не будет. Возможно, на 1015. Да. Мы придумаем, но уже, наверное, другой маленький. Какие-нибудь конкурс. Другие условия. У меня была еще идея победителю отправлять посылку. Например, от нас там будет открытка подписанная, как вы думаете, как вам эта идея? И, например, что-то из сладости или еще что-нибудь там положить. Вот такая идея была. Из еды, которую можно отправить, которая, то есть, не испортится, например. Мне кажется, так круче, что вы откроете, и эта посылка будет именно от нас. Я пишите думаю, ваше приятнее. Мнение. Да, это, мне кажется, приятнее, чем просто деньги. Оксана задает вопрос. Ты кондитер или ты делаешь маникюр? Я мастер ногтевого сервиса. Тогда это называется.
Маникюрист. Сколько уже лет? Когда я первое обучение прошла? В 2014 году? Или я что путаю? Или 2016? Давно уже. Давно. И также мне очень нравится печь сладости. В общем, это и то. Хочешь мой попробуй бургер? Угу. Ты, а ты хочешь мой? Ты же тоже его любишь. Нет, я вот поем картошечку. Ну, у него тут соуса, конечно, очень много. Мне нравится, что у него в бургере есть помидорка. Кушай, если хочешь. Я сок себе налью. Вкусный. Ой, сейчас котлетка с дымком, да? Нет, это соус такой. А соус такой? С дымком. Я всегда говорю, чем люди наполнены, то из них и идет. Сейчас весь сок выпью. А мне хватит вот такой вот бутылочки, все, на... Понравилось? 0,25. С чем он? Какой там вкус? А ты ничего не сказал. Кстати, ну я вот думаю, как это энергетик, немного с вишневым вкусом. Угу. Ну, колы даже не отдает, если честно. Ну так прикольно, попить можно, в принципе. Еще раз купишь? Мне кажется, дороговато для такой баночки. Это баночка 60 рублей. Да, это еще якобы по акции. Когда можно литр сока купить? Возможно, где-то и дешевле она продается. Я просто до этого не видел. И решил попробовать. Надо вообще попробовать все вкусы колы. Я сегодня увидела колу со вкусом апельсина, оранж. Я не пробовала. Ты пробовала? Зачитаю следующий вопрос. Задает Диана. Вы сами делаете себе ногти или у мастера? Делаю сама. Я, кстати, сделала ноготочки. Со стразами Сваровски. Мне понравился. Кто? Бургер. Попробуй. Еще бы сюда помидорку засунуть. Так вообще был рай. А ты могла бы сама ее добавить, открыть. Угу. И добавить. И горчичку чуть-чуть. Ну, еще чего-нибудь чуть-чуть. У тебя суховатый, да, бургер? По сравнению с твоим, да. Я сухой, у меня соус из того, что видно, есть. Более сочный. Мы сегодня были в строительном магазине. Купили немного для ремонта. Угу. Техники, так сказать, вспомогательного оборудования. В строительных магазинах так много народу. Может быть, люди всегда ремонт делают. Хотя сегодня и не выходной. Угу. Потому что лето, сезон. Вот я так давно по магазинам не ездила, что устала сегодня очень сильно. Наелся я. Сколько, интересно, бигтейсти весит? Мы же как-то раз с тобой взвешивали. Это был Макдональдс? Мне кажется, грамм 250 или 300 весит, что ли. А хотя, может, и больше. Так много? У нас есть ролик на канале, где-то вначале мы с тобой сравнили Макдональдс и KFC. KFC у меня победил. С KFC тогда был темный, получается, бургер, по-моему. Двойной темный бургер, как-то так он назывался. Он был вкусный. Он был вкусный, он был больше. Но там, конечно, курица, но надо будет его курица у них очень вкусная. В KFC? Да. Да, очень. Кому интересно, посмотрите этот ролик. А в тебе картошка с беконом. Мне понравилось. Ну, я бы второй раз ее не купила. Как по мне, обычная картошка фри по-деревенски намного вкуснее. Для меня нет. Так показалось вкуснее. Там смотри, сколько бекона еще. Ты бекон очень сильно любишь, а я нет. Да, кстати, Снежана не любит бекон. Все, чуть-чуть тут осталось. Объелась так вкусно. Мы сегодня целый день вкусняшки едим. В обед роллы. Я еще, кстати, шаурму ел. О, шаурма такая вкусная была. Снежана хотела заказать роллы, а я ей сказал, я буду шаурму. Но я, конечно, у нее роллов успел поесть. А я у него шаурму. Так классно брать разное, чтобы пробовать друг у друга. Бомба. Что тут надо, да, есть? Осталось совсем чуть-чуть. Вот эти вот три картошки выложим. Мася тут лезет. Мася, ты хочешь засветиться?
Все, картошка последняя. Нет, вот. А я съела это и не хочу, эту с беконом. Ну, я доем. Мася там лазит, нет, вот тебя лазит. Кошка пришла. Всем спасибо за просмотр, также за ваши подписки, поддержки, положительные комментарии, которые вы нам пишете. Нам очень приятно. Спасибо вам большое. У нас уже 11 тысяч подписчиков. С лишним. Когда-то для нас эта дата была, возможно, недостижимой, мы только о ней и мечтали. Цифра. Ну да. Ты дата говоришь. Цифра. Ошибся. У нас каналу скоро год, это будет в августе. В августе. Надо как-нибудь будет отметить. Грандиозно, я думаю, надо, да, прям? Может быть, влог мы к этому моменту уже выпустим, кто знает. Не забывайте также подписываться на наш канал. На наш инстаграм. Всем пока. До новых встреч.